Я хочу вам принести пользу, поэтому делаю этот разбор, так как вы решили ко мне постучаться и пригласить меня к себе в группу. И что я хочу сразу сказать, не знаю, к кому мне стоит обращаться, к Елене, которая у нас является, как я тут уже посмотрела, менеджером, или же к Светлане, которая основатель сети магазинов «Декор из дерева». Значит, что хочу сказать. У вас нету мобильной шапки. Я уже посмотрела предварительно на мобильном телефоне, как выглядит ваше сообщество. И хочу сказать, что да, у вас не сообщество, у вас группа. Вы приглашаете вручную, приглашаете, как я понимаю, всех подряд, до кого можно дотянуться. И это совершенно неправильно по той причине, что кто ваша целевая аудитория? Все и никто? Или как? То есть тут надо разбираться. Я, например, точно, ну, мне нравятся, да, там вот эти вот резные вещи из дерева. Это, ну, прекрасно, что это из натуральных материалов. Но точно могу сказать, что я не буду эти вещи себе покупать. То есть я не являюсь вашей целевой аудиторией. Если я там даже какую-то, ну, там, единичную разовую куплю вещь, то все, на этом цель моего как аудитории заканчивается. И есть ли мне смысл присоединиться к вашему сообществу, тоже как бы непонятно. То есть просто рассылание в личку и добавление людей к себе в сообщество, это не есть правильно. То есть нужно определить свою целевую аудиторию, поработать над этим. Поэтому, как я уже сказала, заглянула на мобильный телефон и хочу сказать, у вас нет мобильной шапки, и посмотрите, пожалуйста, сами, как это выглядит. У вас не видны слова, у вас обрезаются слова. Прочитать эту шапку невозможно, и, соответственно, она уже не будет конвертить и привлекать к себе людей. Плюс ко всему, аватарка. Да, я прекрасно понимаю, что вы на ней хотите написать, чтобы сеть магазинов, написать название и написать, что у вас декор из дерева. Но делать это на аватарке совершенно не нужно, потому что это текст, там очень много мелких деталей. Это не видно ни с компьютера, ни с мобильного телефона. Это плохо. Там нужно разместить элемент, который будет отражать, что у вас изделие из дерева, и он будет хорошо виден на мобильном телефоне и на компьютере, и сразу понятно, о чем это. Вот тогда это будет здорово. Дальше вы пишете в названии название, чем вы занимаетесь и где вы находитесь. Это очень хорошо. И как бы мы с вами, как я понимаю, находимся в одном городе, поэтому вы, наверное, пытаетесь добавить тех подряд из этого города. Дальше у вас есть призыв, в котором, ну, как бы собрано, наверное, все, что надо, и, может быть, даже и не надо. Бесплатный макет под ваш запрос, доставка по всей России, срок изготовления от 3 дней. Опять-таки, если вы работаете по всей России, тогда в названии можно не указывать, что вы Чехов. Совершенно. Если же вы работаете точечно только по Чехову и по области, тогда уже, да, нужно как бы геолокацию указать. То есть тут опять-таки некая несостыковка, тут нужно определиться вообще, где и с кем и как вы работаете. Плюс здесь не хватает правильного оформления и расставления точек касания для ваших будущих клиентов. Тут мы, как правило, делаем это сообщество, а не группой. И добавляем сюда людей. Не основная цель не в само сообщество, а в Сэндлер. Я вам сейчас после разбора вашей группы покажу вообще, как это выглядит. Почему в Сэндлер? Потому что там мы можем дотянуться до людей, сделать какую-то рассылку, прогреть их, объяснить им, рассказать, дать полезную информацию и так далее. То есть это огромный инструмент, он официальный, это не является спамом, и люди сами дают разрешение на то, чтобы им присылали письма. Дальше хотелось бы посмотреть, у вас есть написать сообщение, здесь есть приветственное письмо. «Привет, мой друг, тебя приветствует команда «Декор из дерева Чехов», помогу с выбором, пиши».
Вы готовы мне уже помочь с выбором, а я еще не знаю, мне хочется, может быть, задать какие-то вопросы и так далее. То есть приветственное письмо есть, но вроде неплохое, в то же время не призывающее меня особо сильно к какому-то действию. Уже какой-то выбор сделать. А я, может, не хочу никакой выбор делать. Дальше. Информация. Информация очень большая. В информации есть ошибки. Первое. Мы не пишем вот это все. Каблук. Это вообще неприемлемо. Дальше. Мы не ставим вот эти вот восклицательные знаки, где попало очень много, потому что это просто крик. И вот это вот сами посмотрите, оно читается? Нет. То есть вот тут вот эти символы, их не видно, и текст выбивается, смотрится очень как-то, на мой взгляд, неряшливо и нехорошо. И опять начинаете с внимания. От имени группы могут выступить только лица и так далее и тому подобное. Но вот надо сказать, что чем вы конкретно мне будете полезны, что будет классного, что я получу от того, что я буду состоять в вашем сообществе. Особо сильно дальше читать не буду. Здесь вы пишете, что можно приобрести в вашей группе. Это все можно отсюда, по сути, убрать. Здесь не должно быть очень много информации. Здесь должна быть информация, именно для чего я должна остаться с вами. Чем вы мне будете конкретно полезны. Но эта информация должна быть краткая. И вот это все остальное, это все можно сделать постами и вынести в рубрикатор, где человек будет это все видеть. Дальше. Почему нас выбирают? Ну, вот это вот еще как-то, да, относится к информации, что можно оставить. Про доставку тоже было бы неплохо оставить. Теги. Вот эти теги вообще никакого смысла не имеют. Зачем вы их здесь перечислили? Чтобы убить свое сообщество? Это получится, но здесь не нужно. Здесь мы вставляем ссылки на то, чтобы людей привести в Сендлер, рассылщик, и дать им информацию. Дальше. Условия заказа. Давайте нажмем, посмотрим, что у вас здесь. Ничего, как вы видите, вообще ошибка. Зачем это здесь висит? Это здесь не нужно. Дальше у вас, я смотрю, сделан виджет приветственный. Это неплохо. Меня зовут Аня, рада приветствовать. Так вот, стоп, опять-таки, непонятно. Света, Елена, Аня. Что-то не то. Я бы, честно сказать, бы, наверное, даже это письмо, может быть, и убрал. Дальше. Это как кейс идет. Фотографии ваших работ. Это хорошо. Здесь ссылка. Отслеживание посылок Почты России. Ну, возможно, имеет место быть. Но зачем она здесь нужна, если это не конкретная какая-то ссылка, которая Почты России, это мы можем говорить в определенном пункте про доставку, и там это оставить. Здесь это не нужно. Человек ушел на сайт с Почты России и уже к вам не вернулся. Не нужны сторонние ссылки совершенно, абсолютно никак. Там уже на сегодняшний день, мне кажется, уже все умеют пользоваться вот этим отслеживанием посылок. Об этом рассказывают и на почте, и везде. Дальше. Фотоальбом. Чисто хочу зайти посмотреть, как они у вас оформлены. 31 альбом. Так, они разбиты по категориям, и это есть хорошо. Это все здорово и прекрасно. То есть ваши отзывы. Отзывы у вас именно в фотоформате. Почему отзывы люди не пишут? Почему отзывы? И это не вот это разве отзыв? Но вот это как бы да, я еще согласна.
Вот это вот на отзыв точно никак не похоже, согласитесь. И это на отзыв, но совсем никак не похоже. Это просто вот радуются дети, что вот у них есть такие подставочки и такие линейки. Но не отзыв. Отзыв должен быть минимум написанный, а лучше в видеоформате. Именно человек говорит, если он не урод и ничего. Мы же общаемся друг с дружкой, с вами выходим из дома и так далее. Почему человек не может снять видео на 30-40 секунд, где он скажет буквально 2-3 предложения в ваш адрес со словами благодарности? То есть вот это все-таки, ну согласитесь, сложно назвать отзывами. Это все-таки как люди и для чего применили ваши товары. Так, видео. Хотелось бы вот здесь увидеть видеоотзывы, если честно. Так, видео можно сделать тоже по плейлистам. Здесь нет названия, не пойми о чем. Здесь нет названия, не пойми о чем. Это нужно отредактировать. Вот эти вот цифры о чем говорят мне как пользователю, который хотел посмотреть это. Я о чем вот это видео? Знаете, то есть ну, реально это надо делать, это надо редактировать работы, ну, колоссальное количество. Сюда тоже зашивается точка касания, и через видео люди могут прийти к вам, как в подписную базу, так и за товаром. Так, в контактах, если вам важен номер телефона, то можно еще указать номер телефона. Если нет, то можно так оставить. В контактах мы много людей не делаем, делаем только тех, с кем люди могут взаимодействовать. Дальше, что я хочу сказать по постам. Посмотрите, у вас активности в постах нету, потому что у вас не целевая аудитория людей. У вас 1000 человек, и они не интересуются этим товаром. Это вот однозначно. У вас есть публикации, у вас очень маленькие охваты и нету совсем никакой активности. То есть, грубо говоря, сообщество мертво. И в каждом, ну не в каждом, а в постах мы тоже зашиваем точки касания. Значит, что я хотелось бы показать. Сейчас смотрите, я вам покажу на своем сообществе название. Статус с призывом и на кнопку. По этой кнопке мы попадаем с вами в Sendler и там собираем людей. Далее у нас, естественно, приветственное сообщение, в котором есть вопрос, на который побуждаем людей на действие. Есть конкретная информация. У меня она тоже, конечно, не маленькая. И вот здесь у нас есть ссылка, куда у нас опять идет на Sendler. Людей. Если есть у нас какой-то лендинг, и он нам необходим, мы его тут можем поставить. Также мы можем поставить номер телефона, который будет кликабельный. Но помните, что звонок из контакта в контакт, по-другому никак. Дальше у нас идут меню. Здесь мы делаем конкретно на те позиции, которые нам нужны. У меня это на Sendler, точка касания всегда она идет. Дальше это кейсы моих работ и отзывы. Мне, например, больше не нужно. Можно сделать какие-то акции, скидки, но здесь больше 3-4 мы не делаем никогда в меню вот этих вот кнопочек. Дальше есть у меня, например, статьи, в которых я пишу свои кейсы и даю какую-то полезную информацию. Если она очень объемная, то в статьях, потому что статьи это лонгриды, это как журнальные большие объемные тексты. Дальше используется обязательно опросник. Опросник обязательно делается публичный для того, чтобы мы потом оттуда могли собрать свою целевую аудиторию и понять ее паттерное поведение, чтобы найти таких же похожих людей и привлечь их к себе для дальнейшего продвижения. Дальше
Тут у меня опять точка касания на Сэндлер. Вы понимаете? То есть у меня везде есть точки касания, которые ведут людей в подписку. Здесь у меня сделаны видеозаписи, вынесены как мои социальные доказательства того, что я эксперт и разбираюсь в каких-то вопросах определенных. То же самое у меня сделано фотоматериалы. В фотоматериалах нету ничего лишнего. У меня здесь мои достижения. То есть я публикую те документы в виде фото, которые подтверждают, что я отучилась и умею все это делать. Отзывы – это то, что не смогла я вынести, как говорится, не скриншотами, то есть это конкретно скриншоты. В основе здесь их практически нет. Остальные отзывы у меня идут, ну, сами понимаете, здесь сейчас вот все альбомы вместе, но если зайти в каждый отдельно, мы увидим именно ту информацию, которую надо. Потом делается рубрикатор, который не уводит человека на другие страницы. Это для того, чтобы можно было найти необходимо по данной теме конкретную информацию. Например, про хэштеги. Если мы сюда нажимаем, это уникальные хэштеги, то мы остаемся в моем сообществе и видим статьи по данной теме. Что касается отзывов, они тоже вот так отдельно выносятся, где люди оставляют отзывы, пишут свои. Конечно, оставляют не все, и поэтому приходится людей просить, чтобы они оставили отзыв. Здесь у меня идет информация, где указан телефон и чем я занимаюсь. Дальше идут посты. Посты делятся по их категориям. Есть определенная схема, как публиковать посты и как их вообще делать. Это делается специально, контент разрабатывается и публикуется. И, соответственно, люди оставляют комментарии, лайки и все остальное. Как вы видите, я свои лайки не оставляю, я только коммуницирую в комментариях с людьми, сама себе не оставляю лайки. Поэтому могу сказать точно, что так делать нельзя. Хочу сейчас вам показать, значит, в постах мы точно так же делаем точки касания, чтобы человек подписался к нам в подписную страницу. Оставляем уникальный хэштег под постом, который относится именно к этой рубрике. И вот таким вот образом, запустив рекламу, мы привлекаем к себе нужных людей. За количеством подписчиков, вот хочу показать, видите, мы оставляем ссылочки. За количеством подписчиков мы не гонимся, мы набираем нужную нам целевую аудиторию, а не просто, чтобы у нас было куча людей, которые просто нам убьют сообщество по той причине, что если мы запускаем таргет, мы просто сливаем деньги. И мертвые души нам ничего не дают. Если вы считаете, что когда в сообществе много людей, это хорошо, это смотрят другие вещи, что там много людей, и они тоже присоединятся, то это неправильная позиция. Давайте посмотрим, что такое Сэндлер. Сэндлер – это вот сервис рассылок. Как вы можете видеть, у меня здесь 37 участников, больше, чем на в самом сообществе. И то, что там в самом сообществе, меня интересует меньше всего. Меня интересуют вот эти участники, потому что я могу вот тут вот делать им разовые рассылки. Вот у меня уже завершены некоторые рассылки. Дальше есть группа подписчиков, куда люди подписываются. Также делается чат-бот с приветственными письмами и не только. Вот так вот, сейчас я вам покажу, выглядит чат-бот. У меня он довольно-таки не маленький. Вот, прописывается все. Это можно все продумать, все сделать. Делаются соответственные триггеры, при помощи которых человек может отписаться или же наоборот поиграть в какой-то конкурс. И, ну, много всего, честно, так сразу вот невозможно. Это нужно разрабатывать все совместно. Здесь есть у нас
количество подписчиков. По каждому подписчику мы можем пройтись и посмотреть, кто он, что он, и так далее, зайти на его личную страницу, посмотреть, когда он подписался к нам, на что он подписался, откуда он подписался. То есть вот мы видим все данные по людям. Вот человек пришел с рекламы. И так далее. Вот еще человек пришел с рекламы. То есть все это видно, все прописывается. Ссылки специально прописываются для того, чтобы все это можно было посчитать и отследить. Есть статистика, где мы видим, сколько человек подписалось, сколько отписалось, кто что прочитал, по какой дате вот здесь. Вот все это выбирается. И это отличный инструмент для работы. Поэтому... Что я могу предложить вам? Если вы ко мне постучались, наверное, все-таки это не просто так. И мы можем с вами связаться, обсудить, что вы хотите, что вам надо, сколько это будет стоить. И вообще я предпочитаю работать долгосрок, потому что на коротких сроках результатов особо больших не сделаешь и особо много чего не добьешься. Потому что первый месяц – это проведение огромной работы, это изучение вашей ниши, вашей аудитории, поиск ее при помощи различных сервисов и так далее. Это все можно обсудить. Поэтому, если вам интересно, то напишите мне, и мы с вами все обсудим.